Дорогая община, мы очень благодарны Богу за ту возможность попутешествовать по разным местам Соединенных Штатов. Мы в Неваде первый раз. Вы знаете, много впечатлений, и мы очень благодарны Богу за одну вещь, очень важную. Всегда иметь хороших друзей. Друзья, которые в Господе. Мы были вчера в общине, и многие вас увидели отрывок из общины. Мы проповедовали там, Таня делилась с сестрами своими впечатлениями. Нас так учили, знаете, и я рад, что мы все прошли этот путь. И даже наши вон гости немножко подсматривают под нами, за нами, вернее. Благословит вас Господь. Скажу так, что мы очень благодарны Богу за то, что мы могли попутешествовать, помолиться и уединиться немного в том месте, где мы называем пустыней, такая прекрасная пустыня. Я благодарен Богу за то, что вы у нас есть, за то, что мы проходим наши пути вместе. Я благодарен Богу за то, что мы в нем нашли свое успокоение.